На минувшей неделе депутаты Государственной Думы приняли федеральный бюджет на 2013-2015 годы. По словам председателя Комитета по налоговому бюджету Андрея Макарова, все прежние приоритеты государства остаются в силе. Главное, что все обязательства государства, которые предусмотрены законом, на сегодняшний день с принятием закона о бюджете финансово обеспечены. То есть, иными словами, при любом развитии событий в мировой или экономике, какой будет цена на нефть, там все что угодно, пенсии будут платиться, пособия будут платиться, то есть все обязательства государством будут выполнены. По расчетам, доходы федерального бюджета будут постепенно увеличиваться с 13 триллионов рублей в 2013 до 15,5 в 2015. Региональный бюджет, понятное дело, куда меньше. Однако, благодаря усилиям губернатора Валерия Шанцева, в нем удалось грамотно совместить традиционную социальную направленность и реализацию крупных проектов. Еще одно достижение – последовательное снижение государственного долга. Мы очень плотно работали с губернатором и с правительством области. Это все-таки упор на собственные силы, социальная направленность. И очень важно постепенное снижение, скажем так, закредитованности регионов. То есть, потому что все области сегодня серьезно закредитованы. И вот есть тенденция по 2013, 2014, 2015 году по снижению вот этой уровня закредитованности. Еще один важный показатель. Регион вошел в ТОП-25 наиболее эффективных в стране. Это достижение в Госдуме оценили финансово, и область получит дополнительные 255 миллионов рублей. Эффективность действий руководства региона очевидна для самих нижегородцев. Каждый год в области вводятся в строй крупнейшие объекты инфраструктуры и социальной сферы. Нынешний одним запомнился запуском нагорной линии метро, другим – сдачей очередных ФОКов. Супер важно, потому что это, в общем-то, возможность заниматься, причем комплексными видами спорта, там и ледовые занятия, хоккей и фигурное катание, затем зал большой, там волейбол, баскетбол, спортивные игры, плавание. То есть это прекрасно, то, что только может быть. Это я считаю, что в Нижнем Новгороде, в самом городе и в области, это сумасшедшее большое достижение, потому что такие ФОКи есть. Расширили дороги вдоль проспекта Ленина, аж прям хорошие очень развязки, очень нравится вообще, прям Шанцев молодец вот в этом плане. Ну, главное, это метро. Для меня, во всяком случае. Я в Заречной части живу. И вот сейчас приехал просто погулять. И даже не ожидал, что я так быстро доеду. Это очень здорово. И вообще дурь, конечно, когда не видеть то, что делается хорошего. Что поливают, только плохо. Нет. На следующей неделе депутаты законодательного собрания должны принять окончательный вариант бюджета. Первое чтение прошло успешно. Главный финансовый документ региона поддержало абсолютное большинство депутатов. Напомним, он, помимо прочего, предусматривает повышение заработной платы сотрудникам дошкольных учреждений почти в 2 раза, на треть учителям, на 15% врачам и социальным работникам. Также в регионе будет создано 1000 новых мест в детсадах. В планах начало проектирования новых крупных объектов, стадионов чемпионата мира по футболу, нового моста через Волгу и строительство дублеров проспектов Гагарина и Ленина. Антон Ганин, Михаил Городников. Объективно. ННТВ.